книги взяли вечерком. Как я была царица, говорит одна девица, то на весь бы белый свет отключила бы интернет. Ох, скажу вам, не тая, нет уж от него житья. Молодежь там пропадает, сутками ведь зависает. То в планшетах, телефонах, то в самсунгах и айфонах. В новостях одна вражда, пользы меньше, чем вреда. Информация нужна, в книгу вот занесена. А коль в интернет зайдешь, так до дела не дойдешь. 5-6 видов соцсетей, лайкнешь парочку друзей, то видосик поглядишь, там весь день так просидишь. Ох, да что я говорю, я вам лучше сейчас пою. Когда мы были молодыми, то книгу мы любили, все и так ценили. Помню, было мне лет 16, читаю книги, буду вечером
читать. Вам, всем зрителям, урок!